Так, всем привет. Продолжаем прохождение World of Gear. Мы остановились на chapter 2, то есть глава 2. Let's go. У меня в планах, да? В планах пройти всю игру до конца. Так, что там было написано, я не прочитал. Лицезреем и мельницы. О, как много-то вас. Вот, уже интересно, смотри, здесь у нас есть ветер, ты могуч. Ты гоняешь, стоит луч. Это надо все собрать их, что ли? Так, сейчас попробуем, окей. Извиняюсь за такой звук. Давайте посмотрим, что у нас получится. Еще одну красную какашку? Ну давайте, еще одну. Как же мы должны всех собрать-то? Типа такая тяжелая? А что она такая тяжелая? Здесь же маленькая конструкция. Где физика? Эй-эй! Вася, где физика? Физика, шмизика, не вижу физики. Только шариков-то надо. Офигеть, она даже не поднимается. Это что, шутка, что ли? Давай, вот. 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 Ну, сколько еще? Подождите, я все правильно делаю? Давай сюда. И последний шарик. Да, что-то, видимо, я не так сделал. Ну-ка, подождите. Так, что-то он не шевелится. Странно очень. Нет, убирать не надо, он должен поднять эту всю шляпу. А, может надо сделать эту пилюльку повыше? А как я потом сюда спущусь-то? А давайте сейчас это быстренько сделаем рестартик. Ну давай, давай, давай. Можно было сразу реально пилюльку повыше сделать, а уже к ней цеплять. Фиг его знает. Так, а уже вот за тебя вот я буду цеплять. Во-во. Давай, братюня, что получится, нет? Я не знаю, есть ли смысл выше делать? Ну, попытка не пытка. Давайте сделаем еще выше тогда. И еще выше. Опа, вот так вот, да? Поднимем вверх. И сюда вот поставим. Может, здесь по физике, может быть, когда мы будем выше, да, здесь будет сильнее сила ветра. Хотя я даже не знаю. А, или она вообще не должна двигаться, скорее всего. То есть мне нужно такими темпами, наверное, вот сюда вот вести и потом спустить, да? Ну, давайте мы так и сделаем. А куда она дела? Так, тихо, подождите. Стой, стой, во. Я случайно убил одну штучку. Все, я понял, что нужно сделать. А нужно такую пилюльку сделать все больше и больше. А уже потом дойти до туда. Мы сделаем еще одну. Вот так вот. А! Блин, так нам уже еще вентилятор нужно обойти. Ну так нечестно. Так, тогда это будет немножко посложнее. Я думаю, вентилятор не будет ломать. Да, это печаль. А, нужно тогда сделать больше шариков, чтобы она вверх поднялась прям, да? Не, интересная миссия. Она, в принципе, несложная. Надо все рассчитать. Так, шарики. Да. Нам поднять бы этот край как-нибудь. Все, я все шарики. Нет, еще один шарик остался. Давайте попробуем поднять. О.
Так, это уже интереснее. Давай, детка, поднимайся. Во. Если я правильно понял. Так. Так, 9 штук надо, да? Вот такая у нас какашка вышла. Так, идем дальше. Вот так. Не будем рисковать. И сюда вот поставим вот так. Я бы здесь сделал вот так. Ага. И вот такими темпами мы попробуем идти. Нет, это будет слишком высоко, да? Попробуем переставить вот сюда вот. И уже будем спускать пилюльку вниз. По идее. Не, прикольная миссия, мне понравилась, да, необычная, по крайней мере. Офигенная. Так. Что произошло? Каким образом она могла упасть, вы мне скажите? Вы видели, да, каким-то образом? Скорее всего, тоже из-за ветра, он, наверное, меняется, ветер. Она порвалась, блин, такого не должно быть. А, если мы сделаем черную фигнюшку, она может быть тяжелее, подождите. А, начинает приближаться все ближе и ближе. Давай, детка, держись. Да, все правильно. Физика, шмизика, бла-бла-бла, тра-ла-ла. Давай, детка, держись. Как же нам приблизить-то ее? Девять штук. Мало очень осталось. Ну-ка, если мы черную поставим. Там, я надеюсь, без разницы, да? О, я черную не могу трогать вообще. Интересно. Так, как же нам сделать-то приближение вот сюда вот? А если строиться еще в одну сторону, да? Блин, что так сильно будет догинаться, конечно. Живи, детка, давай. Давай, давай. Давай, все лопнет, братюня. Че, прошли, да? Изи! Изи-бризи все дела. Вот такая конструкция. Красота. Отлично. Все, let's go дальше. Прикольно. Давай, братюня, давай, полилось, давай. Да. Так, все, смотрим, что у нас сейчас будет дальше. Ну, извращенцы. А вот мы, наверное, делали, да, переход, да, вот он. Let's go! Welcoming unit! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, вот у нас колесо обозрения. А это что? Что тебе надо? Это шарики? Ага. Ага. Нифига себе ириска. Апельсинка и сосиска. Ну, шариками нужно поднять эту шляпу, правильно? Столько нужно? Много шариков надо, много. Так, подождите, а эту шляпу нам поднимать не нужно. Тридцать шесть штук достать. А сколько всего здесь? А, подождите, их не к чему цеплять. То есть сначала нам нужно конструкцию вытащить, правильно я понимаю? Потому что мы можем прицепить только к конструкции. Давай, братюня. Ай, блин, промахнулся. Оп! Такими темпами мы должны, по идее, ее вытащить. Давай, братюня, поехали. Что? Ха.
А это уже странно. Ну, по идее, эту шляпу можно поднять, правильно я понимаю? Нет, неправильно, ее поднять нельзя. Стоп, а зачем колесо это сделали? И что это? А, так я могу цеплять этих тараканчиков, наверное, к этой фигне. Так, ну в любом случае, мы просрали конструкцию, но это уже провал. Интересно, интересно. Так, ладно, мы можем цеплять к этой фигне. Где вы? Давайте попробуем прицепить. Братюни, да налетай, народ! Налетай! То какой смысл? А, их, блин, сейчас они подыхать будут. Быстрее поднимай, быстрее. Тут они сейчас сдохнут, да? Ёлки-палки, печально смотреть на это я не могу. А, подождите, они не подыхают. Некоторых переносят туда. А эти тоже переносятся или они подыхают? А эти подыхают. А, они обратно. То есть по логике, да, мы должны сюда перенести всех. Сколько у нас здесь? Так, 3, 6, ну максимум 10. Нам нужно 36. Ну давайте, чуваки, я надеюсь, что вы выживете. Давайте. Выживайте, выживайте. Так. Ах. Не, смотри, они не умирают. Это хорошо. Жижа. Жижа. Так. Ага. Видите, здесь мало. О, красненький, смотрите. Здесь могут цепляться только зеленые. Черные они не могут цепляться. Вот они бесятся. Давай, братюня, давайте, мужики. Все это последнее. Пошла тема. Ага. Ладно, тогда подождем еще сейчас, чтобы пришли. 36, наверное, не получится набрать сразу. А я могу их прицепить на шарик? Посмотри. Нет, не могу, блин. О, подождите, а я же могу сделать вот так, что я туплю. Во! И все, и проблемы нет. Ага. И опять цепляем. Давай, братиша, цепляй, цепляй, цепляй. Вася! Так, все, убираем эту фигню пока. Мы его положим в другое место. Бумс. Все, в принципе, я зацепил уже очень много шариков, да? Давай, давай, новая партия. Оп, 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 оп. Что, попробуем тогда вверх подниматься? Ладно, сейчас последний раз тогда сделаю и пойдем. Ну ладно, не, пошлите вверх. Не, все, последний раз сделаю и пойдем вверх. Чтобы хватило нам 100%, потому что вверх подняться несложно. Вот так вот. Давай, давай, бери остальные. А ты че, чему осталось? Ну и оставайся там. Все, давай. Новая партия идет. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Это легкая миссия, легкая, да. То есть пройти ее легко, самое главное перекинуть. Давай. Эх, нормально. Штук 5 перекинуло. Все, делаем так. Ага, мало, да? Вот так вот. И поехали вверх. У нас шариков полно. Я могу вот так сделать? Могу вот так сделать. И полетели! А, нет, не полетели, да? Ну ладно. Тогда сделаем вот так. Зачем он только сюда цепляется, я не понимаю. Ну ладно. Давай, братюня. Бум-б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 ум. Так, что, хватит? Да, Изи-бризи все дела. Мы набрали, смотрите, аж 53. Все, прошли. Ну, профессионализм, сами знаете, не пропьешь. Let's go, let's go. Это была очень легкая миссия, очень легкая. Ну, молодцы, конечно, разнообразие зашкаливает. Сначала было непонятно, само собой, что делать, когда ты первый раз увидел реконструкцию, да? Ты вообще не всекаешь просто в суть происходящего. Здесь, наверное, везде будут такие колеса. Beauty, не успел прочитать, ну ладно. Так, опять колеса ваши любимые. О!
Че за жаба тупая? Че это такое, это говно? А что, не цепляется обратно, да? Ну ладно, ну допустим вот так. А же покатится, да? Мы откроем, эта дура покатится вниз. Понятно. Наверное, это дробилка. Из нее получатся маленькие шарики. И мы как-то сюда вот их положим, да? Смотрите. Ну, это очевидно, мне кажется. Она стоит на склоне так подозрительно. Вау, вау. И по идее, да, ее должно раздробить. Ага. И все, что ли, я прошел? Подождите. А, ну вот. И все? Да. Эх, для нас это слишком легко. Ну, может, это просто нас подготавливают. Такое бывает, да? Когда какой-нибудь новый там предмет, например, вот это вот красное говно, да? Сначала нам показывают, что это такое, как с этим работать, а потом уже будет посложнее. Опа, мультик, мультик. Ух ты, черная жижа. И что изменилось? Что-то намазало, ничего не изменилось. Ладно. Зачем это надо было показывать, я не знаю. Вот, у нас появилось еще две новых точки. Let's go, let's go. Leap holes! Ага. О! То есть здесь мы должны отрывать друг от друга и таким образом подниматься вверх. Прикольно. Прикольно тут как. Потому что не забываем, что когда мы к трубе ставим, она начинает хорошо притягивать. Нет, это было не очень разумно. Я с вами, пожалуй, соглашусь. Эй, где ты, дура? Вот она. Надо подумать. Это все развалится тогда, да? Так, подожди. Ну черт, тупая тварь. Нажимаем на ретри, так. Как же нам сделать? По идее, она была тяжелая, да, то есть на ней должны висеть примерно 4 штуки. Максимум. Мы можем сделать вот так тогда. Во, вот так. Две. Ха-ха-ха-ха. На. Держись, держись, братюня. Держись. Эй, все? Все, мы выиграли 8. Нормально, нормально, все прошли. Let's go. Тоже миссия была легкая. Гоу 6. Давай, 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 давай. Гоу, гоу. Наша задача, да, максимально много пройти за выпуск. Максимально. Что? Шо? What the fuck? Что-то какая-то дудочка была, ну ладно. У меня тоже есть флейта. Кожаная флейта. Ой. Так, смотрим. Ага. О! Ну, по идее, мы ее убираем, она взрывается, бла-бла-бла. А что сложного-то? Нифига, что столько много? А, нет, сложность здесь есть. Наверное. Это что за говно? Цветок. Это просто цветок. Ну, давайте попробуем. Сначала мы просто пробуем, а потом уже видим результат. Она вверх поднимается? Нет. То есть это жижа вот эта вот, которая течет, это просто так. А что у них? А, все правильно. Ну, давайте тогда мы сейчас бросим вниз их. 4, 5, 6, 7. А в чем сложность, я не понимаю, подождите.
Я, может, неправильно что-то понял? А в чем сложность? Скорее всего, здесь есть какие-то плюшки, это пасхальные яйца, реально. Потому что если это слишком легко, это бред. Я поднимаюсь, и чё, всё, я прошел миссию? Так, для начала эта дура не хочет нас спускаться вниз, да? Теперь понятно. То есть я не могу построить на этой конструкции, да, просто так. Ага. А это уже интересно. Теперь уже стало сложно. То есть я не могу просто прицепиться и подняться сюда. Видите, никак не цепляется. Вообще никуда не цепляется. А это уже интересно. Ну-ка, а если мы наоборот это засунули бы их всех сверху? Можно спокойно сделать ретри, потому что ничего смысла не было делать. Теперь зато мы знаем, да, что... Так. Что она вниз не проходит. Вот она, дробилка. То есть мы должны сюда вот ее засунуть, ее продробим, да? Да вы что, издеваетесь? Как я это сделаю-то? Как? Офигеть, да вы... Да тварь тупая, вставай. Стой! Ай, куда полетела? Это, мне кажется, нереально. А у меня, в принципе, их и не хватит. В любом случае, их не хватит. Давай, вставай посередине. Давай, держись, детка, держись. Вот так. Чувствую, эта миссия будет очень долгая. Капец. Так, теперь мы должны сделать здесь платформу, то есть чтобы она стояла. Чтобы мы могли разобрать весь низ. То есть, например, вот так это вот сделать. Вот так вот. Надежную, хорошую платформу. Вот. Опа, вот она поставилась, и теперь здесь уже надо будет сделать. Так, стоп. И мы сможем тогда весь низ разобрать. И подниматься вверх. Так, куда она встала? Окей, тогда строим боковые вот такие вот фигнюшки, чтобы это дерьмо не вылетело. Оно может очень легко вылететь. То есть я сейчас подниму, она сейчас как резко пил. И вот таким вот образом. Так. Аккуратненько поднимаем. Не, ну это просто мазохизм, я говорю, это просто мазохизм. Это издеваться надо мною. Так. Опа. Ха-ха-ха, не, это реально жесткая миссия, я честно говорю, просто жесткая. По идее, мы платформу сделали, она должна устоять. Она будет стоять прямо на ней. Надо глянуть, где у нас откат. Вот они, белые точки летают. Это откат у нас. На всякий случай, только неправильно сделаю что-нибудь. Они везде летают. Ага. Давай, принцесса, несмеяна, поднимайся. Краса. Вау! Нифига себе пробило. Он глаза ест, смотрите. А, глаза же летают, помните, да? Глаза летают.
Так, по идее, теперь это все нужно вниз. Мы ломаем середину, чтобы она развалилась, чтобы она не упала в бок. Да? Смотрите, вроде я прошел, по идее. Ни одного шарика мы не потеряли. Ни одного. Давай, давай, пролази, пролази. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Пиу! Все, мы прошли. Отлично. Интересная миссия была. Ну, развались. Во! Пок-пок-пок-пок! Ага. Я надеюсь, они не умирают? Давай, давай. Быстрее сделать так, короче, чем ждать. Опа. Давай, братюня. Все, всех собрали. Фух, забавно. Так, теперь мы просто делаем так. Берем это глаза, которые являются у нас шариками. Типа, ну где? Надо еще глаз поймать. Я не могу глаз взять. Да он уже сразу сам берется, да? Или я не могу? Подождите, я не могу глаз поймать. Ну ладно. В любом случае, мы это сделали легко. Легко. Пу-пу! Пу-пу! Пу! Перевыполнили весь план. А он больше не хочет брать, да? Ну ладно. Давай еще бери. Не, не хочет. Все. Let's go дальше. Ну что ж, по времени у нас еще осталась примерно одна миссия. Че за говно? Куски говна. Ладно, одна миссия осталась. Такие глаза, такие буль-буль-буль-буль. Let's go. Так, что мы выберем? Здесь слишком много букв. Нет, не будем выбирать. Выберем Хистолюр! Хистолюр! Так, что? О! Все висит на одной сопле, да? Угу. Здесь у нас типа физика. Ага. А что нужно сделать? Подобрать нужно? Я не могу взять эти фигнюшки, да? Видите, я не могу. Нужно до них достать сначала. То есть нужно сделать перевес. И этих я не могу взять. А это уже интересно. Что я могу взять вообще в этой жизни, скажите? И что делать? Бла-бла-бла. DVD, там какой-то DVD-диск. А, типа, наверное, покупаете игру на DVD-диске. Так, подождите. Они будут, наверное, идти, где я музыку делаю. Давайте угадаю, да? Да? А, ICQ 1000000% не забывайте. Давай, давай, братюня, сюда. У нас раньше этого не было. Сюда все мужики, давай, давай, перевешивай, перевешивай. А эти что? Давай, перевешивай, ну. Давай, ну. Ну, а, все, всех забрали. Блин, а я сейчас сопельки не могу обратно снять? Ёлки-палки, стоп, подождите. А. Угу. Так, я, наверное, зря там поставил эти сопли. Я случайно, честно сказать, просто случайно. Ну ладно. Будем надеяться, что это не помешает нам выиграть. Но если помешает, то я заново начну и быстренько сделаю как надо. Миссия легкая. Давай, братюня, давайте. Не хватает немножко. Ладно, давайте я сейчас я сделаю быстренько заново. Эх, да. Просто чисто случайно получилось, что я сразу их поставил. То есть вот так вот делаем и поехали вот сюда вот. Давайте, братюни, давайте. Ну, сейчас лучше сделаем вот так, на середине нажмем. Потом сюда вот будем перемещаться. Давай, давай. Миссия легкая. Просто я сначала случайно неправильно сделал, накосячил. Давай, давай, братюня. Во-во-во-во, все, пошли, пошли, пошли. Ну. Давайте, ну чё вы, чё, давайте, давайте. Не прекращаем нажимать. Тихо, тихо, тихо. Вот вы видите, они сразу в руку ко мне лезут, конечно. Еще надо парочку взять, и все, мы пройдем. Давай парочку.
Мужики, ну еще. Давайте, 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 давайте. Да Господи Иисусе. Ладно, я перемотаю. Так, ну вот, сейчас я взял побольше. Троих я вроде взял. Или двоих. Двоих? Во, давай, братюня. Опа, и еще вот сюда, вот, все. Легкая миссия, безусловно, легкая. Давай. Ну, пройдет? Или мы еще не прошли миссию? Подожди, я, наверное, рано обрадовался. Давай, братюня, давай. Пок-пок. Пок должно пройти. Оп. Оп-оп-оп-оп. Все, нормально. Оп. И опс. Ну, ладно, давайте сейчас поглянем в следующую миссию. Если она будет быстрая, то пройдем и закончим на этом. Мы проходим за один выпуск 188 миссий. Мы проходим 188 миссий. Видали? Почти всю главу прошли. Сейчас быстренько глянем, что у нас здесь. Дождь. Стрелка. Так, красное говно. Ага. Так. О, а где дробильная фигня? Отвали от меня. Так, подождите. Интересная миссия, да, интересная. А вот дробилка. Так, черный я не могу снимать обратно, да, это фигово. Ну-ка. Давайте попробуем, что получится у нас. Так, подождите. Сделаем вот так вот. Поднимаем здесь. Давай, дура, поднимайся. Поднимайся, жопа тупая. Давай, о, опа. О, е-е-е. Ну, почти мы сделали. Ретри, окей, окей, ретри. Тяжело ему будет, да. Что нужно сделать? Нам нужно сделать тогда длинный такой туннельчик. Давайте сделаем. Опа. Опс. Делаем туннель. Не туннель даже, а мостик, правильно сказать. Мостик. Я могу через эту фигню, да, могу передавать. И красные шарики перекидываем пока вот сюда, вот. То есть поднимаем эту часть. Окей. И нужно будет еще поднять. Нужно 16 штук. Много-много. Наверное, сделаем еще, давайте, подлиннее, да? Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. И еще, наверное, даже немножко подлиннее. Вот так. И вот так. Все. Теперь нам нужно поднимать вверх. И эту дуру тоже надо вверх поднимать каким-то образом. Блин. Еще раз вот так. Пил, пил, пил. Да, интересная миссия. Интересно, интересно. Так. Нужно поднять на эту сторону. Опа. Опа. Так. Держись, давай, давай. Не слишком высоко. Немножко, наверное, низковато. Почти.
Блин, так. Где тогда вот так? Да уберись ты. Немножко подлиннее надо было, да? Ну вот так давайте сделаем, парочку поставим. И перекинем на это сюда вот. Во-во, уже получше. Так, ну-ка. И вот так вот. Давай, давай, давай. Ну, поднимай говно. Ох! Эх ты, ёлки-палки, я не успеваю двигаться. Во, пау. Все, пошло. Пух! Давай, братюня. А их, наверное, не хватит, как я понимаю? Или хватит? Ну-ка. И этого мало. О, нормально, все, прошли. Ну, изи-бризи, прикольная миссия. Вот такая вот у нас конструкция. Все. Сейчас жижа дотечет, и мы с вами попрощаемся. Ну, уже можно прощаться. Всем... Так, тихо. У меня такое ощущение, что очень громко музыка играет. Надо тише, короче, делать, реально. Я не слышу вообще ничего. Ну все, в любом случае, всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, понравилась игра или не понравилась, а нужно ли продолжать дальше. Мы уже скоро с вами пройдем всю игру, то есть мы закончим в следующий раз, если будем снимать вторую главу, и пойдем уже в третью. Все, всем пока.